Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш» представляет салат «Разноцветное кружево». Это смесь популярнейших европейских сортов «Лола Бионда» и «Лола Росса», а листовой и полукочанный салат. Позволяет собирать урожай разноцветных салатных листьев и включать их в повседневный рацион для бутербродов, объемных салатов использовать для украшения блюд. Дает розетки высотой до 24 см, диаметром до 30 см. Масса от 150 до 325 грамм, вкусовые качества отличные. Урожайность до 3 кг с квадратного метра. Номер партии 01660, количество семян 1 грамм. ноль девяносто пять сотых грамма на весах.